точно в 22 часа запрыгнуть в лабутены и успеть накраситься. И закрыв глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Друзья мои, очень рада приветствовать вас на моем канале. Всем добро пожаловать. Поздравляю от всей души вас с Рождеством Христовым, с Новым годом. Пусть вам сопутствует удача во всех делах. Хочу, чтобы вы были здоровы. Желаю вам всем здоровья. Ну и всего того, что вы сами хотите. Пусть исполнятся ваши самые заветные мечты, загаданные в ночь на 31 декабря. Пускай все это сбывается, и пусть у вас хватит сил, энергии, чтобы осуществить свои планы. Хочу вам сказать, что на днях встретила настоящую Снегурочку. Девушка, светлые волосы длинные, норковый, очень красивый белый берет, норковая красивая белая шубка. И как вы думаете, где я ее увидела? В красивой белой машине. Настоящая Снегурочка. И такая красотка, просто глаз не оторвать. Друзья мои, у нас в поликлинике, не помню, говорила вам или нет, уже очень давно идет ремонт. Мы устали, мы уже в изнеможении, мы слоняемся, как, с Моисеем по пустыне, то в один кабинет, то в другой. А сами знаете, работать, сидеть в чужом кабинете, это очень тяжело, непривычно, неприятно. Я уже сбегала, знаете, раз 5, наверное. Посмотрела, как там идут дела в нашем кабинете. Сначала пришла, там зашпаклевали. Второй раз пришла, покрасили стены. Третий раз пришла, уже линолеум положили. Очень надеюсь, что вот сейчас выходим с выходных, и бац, нам говорят, все, переезжайте, ремонт окончен. Встречает нас поликлиника в обновленном виде. Очень-очень на это надеюсь. По этому поводу, друзья, у меня есть анекдот из жизни для вас. Как-то перед Новым годом, недели за две, захожу в магазин «Пятерочка» рядом с работой, рядом с поликлиникой. Захожу и смотрю, мужичок вроде бы у нас работает. Такие, знаете, штаны, заляпанные белилами. Куртка тоже такая. Не первой свежести, видно, что ремонт делает человек. Где-то поблизости. И смотрю, стоит у прилавка с водкой. Стоял, смотрел, я за ним, смотрю. Ну, я там свое что-то выбираю и так краем глаза на него поглядываю. Берет бутылку водки, пошел дальше. Ну, я все его тут из виду упустила, взяла все, что мне нужно, подхожу к кассе, и он стоит у кассы. В одной руке бутылка водки, в другой мандарин. Один мандарин. Я к нему подошла и говорю, скажите, пожалуйста, это вы работаете в центральной поликлинике? Он говорит, да, я центральной работы. Я ему говорю, теперь понятно, почему у нас 8 месяцев ремонт длится. Он так засмущался. Да там уже все заканчивают, уже скоро вы переедете. И вот все в таком духе. Это была пятница, 14-15 дня. Вот так они ремонт делают, друзья. Завтра. А я, друзья, сейчас вот показала вам небольшой ролик. Меня преобразили, сделали волосы более светлыми, стрижку чуть короче. Но я хочу еще сама преобразиться, никак не получается похудеть. Все, что я съедаю, все откладывается в моих щеках. Меня это очень напрягает. Хотя бы килограммчика 2-3 скинуть, и было бы отлично. Но то настроение не очень, то здоровье не очень, то президент МРОТ повысил меньше, чем я рассчитывала. Так что, друзья, один сплошной стресс, и поэтому чай с печенюшкой попила, плюшечки-ватрушечки, и, глядишь, жизнь веселее стала. Думаю, что не я одна такая. По этому поводу хочу вам показать небольшой обзор, что купила в Йошкар-Олинском мясокомбинате. Рядом с поликлиникой открыли магазин Йошкар-Олинский. И вот я сразу же пошла, кое-что приобрела.
По этому случаю хочу вам показать. Единственное, я там не показала фарш говяжий. Честно скажу, мне он не понравился. С домашним, конечно, не сравнить. А все остальное вы сейчас увидите. Так, что мы имеем? Во-первых, это моя старая добрая столешница. Скоро мы с ней попрощаемся. Столешница будет у меня новенькая. Смотрите, Йола. Салями Флоренция. Сказали, очень вкусная. Это мне сказала продавец. Попробуем. Докторскую колбасу взяла на оливье. От Козылыка меня отговорила продавец. Сказала, что конина сырокопченая, помягче и ароматнее, больше ей нравится. Так, смотрите, вот она, конина сырокопченая. Это та, которую мне порекомендовал продавец вместо Козылыка. Козылыка, вы знаете, я очень люблю. Колбаса из конины тоже. Здесь специи. Я люблю вот такими тонкими кусочками нарезать. Брала с собой к маме на праздник. Очень всем понравилось, мне тоже в том числе. И особенно понравилось зятю Сергею. Прям в восторге он от этой конины сырокопченой. Я еще у них взяла чурчхеллу. Полезнотека, чурчхелла гранатовая с грецким орехом. Так, ребятки, попробовала я чурчхеллу. Ничего общего с той чурчхеллой, которую я пробовала в Сочи. Правда, это давно было, 100 лет назад. Тогда все было еще более-менее натуральное. Но это невкусно. Только орехи натуральные. А вот эта оболочка, я даже не знаю, с чего это сделано. И еще, несмотря на засилие гипермаркетов, у нас сохранился магазинчик «Каравай». Сохранился и процветает. Вот я взяла такие пирожные. Корзиночка с ягодами вишневые. Я так поняла, что это вишни в собственном соку. 145 рублей. Я все 4 штуки взяла. Вот честно вам говорю, от души очень вкусные. Таких корзиночек сейчас множество с разными начинками. Начиная от курицы, заканчивая сухофруктами. Но мне больше всего, я их почти все перепробовала, мне больше всего нравится с вишней. И вот еще, ребят, то, что мне очень нравится, тоже делает Ишкарла наша. Фирма «Мука и фартук». Печем руками. Чиабатта ремесленная. Чиабатта реально очень вкусная. Пышная, мягкая. Купила торт мороженое «Жемчужина России». Вот так выглядит. Сейчас попробую. Вкусный. Рекомендую вам. 272 рубля. Здесь двухслойный пломбир ванильный. Прослойки мягкой карамели, декорированная шоколадной глазурью и карамелизированным кешью. Я думаю, что вот это за сверху за кусочки такие? Это, оказывается, карамелизированный кешью. Там еще была светлая упаковка. Обязательно куплю, попробую и вам расскажу. Друзья, посмотрите, расцвел у меня гипеструм. Он меня очень радует. Я очень люблю этот цветок. Друзья, чем вы занимались? Напишите мне, пожалуйста, в новогодние праздники. Чем развлекали себя? Мы нянчились, водились. Ходили к маме неоднократно. Но там еще кое-что по дому что-то делала я. Кухня у меня еще не закончена. Как только придут устанавливать кухню, я вам обязательно все это покажу. И, друзья, еще есть слабость. Честно говоря, играю очень редко. Но вот в новогодние праздники немножко поиграла в танки. Там, знаете, меня прельщает то, что нужно наряжать елку, площадь, там еще что-то прочее. В общем, играешь и дают в подарок игрушки елочные. Я вам сейчас покажу, продемонстрирую. Еще, знаете, звонила директор 9-й школы. У них там есть музей в школе. Говорят, что есть там мои фотографии в музее. Нужно будет сходить посмотреть. И она меня попросила написать несколько слов, как воспоминания ученицы об учителе о Юрии Николаевиче Рукавишникове. Я ходила к нему в драматический кружок, и он
Знаете, такие надежды на меня возлагал. Он думал, что я стану великой актрисой. Я ведь поступала на режиссерское отделение в Казанский институт культуры. Кто не знает, кто не в курсе. И вот когда мы с ним встретились чисто случайно в автобусе, и он узнал, что я не Сара Бернар и не Гликерия Федотова, что я обычная рядовая медицинская сестра, он был так поражен, не передать. Мне было очень жаль, что я разочаровала его, но вот уже теперь все, что случилось, то случилось. Вряд ли я уже стану актрисой. Но я считаю, что создание канала на Ютубе в какой-то мере это вот мои задатки артистические, старые, былые, прошлые. А сейчас, друзья, подарки от World of Tanks. Что еще я делала? Я немножко прошлась по магазинам. Зашла в Glorious Jeans, в частности. Всем вам рекомендую сходить в Glorious Jeans. Во-первых, сейчас хорошие скидки, очень хорошие скидки. Я купила такую классную кофту. Она стоила 2200, а купила я ее за 700 рублей. Там, правда, всего 10% шерсти, но это меня тоже радует. Хотя бы не голая синтетика. Еще, друзья, самое главное о Glorious Jeans. Идите, не бойтесь, никто там ничего не спрашивает, ни QR-кодов. Я предварительно позвонила, спросила, говорю, вот у меня отвод, медотвод от вакцинации, вы меня пустите, примете? Они сказали, да, конечно, приходите с отводом. Я зашла, один продавец на весь зал. И никто даже не подошел ко мне, ну потому что перед Новым годом, друзья, в новогодние праздники, это же чистой воды разорение не пускать покупателей. Поэтому, волжане, всем рекомендую вам, вступайте в Glorious Jeans. Пожалуйста, куртка 1500 рублей. 2000 со скидкой. Хорошие скидки. Друзья, сейчас уже после Нового года вот эти нарядные блузки, платья с люрексом, с пайетками будут с хорошей скидкой. Можно ко дню 8 марта, ко дню всех влюбленных приобрести что-то красивое, нарядное. А вот сейчас вы увидите, вот она кофту, которую я купила. Стоила она 2200, я купила за 700 рублей. Я просто очень-очень рада этому. Такой хорошей скидке. Есть для детей замечательные вещи, я посмотрела, мне для детей много чего понравилось. Пуховики, куртки, все с очень хорошей скидкой. Так что, пожалуйста, welcome, Glorious Jeans, тем более, что вход безвозмездный, то есть даром. Вот, пожалуйста, видите, пуховик 4500, пижамы. Очень симпатичные на девчонок. Красивые. Свитер тоже мне понравился. Попозже можно будет сходить еще его померить. Кожаные брюки. Кожаные брюки по цене 2000 рублей. Джинсы, кстати говоря, были с хорошей скидочкой. Идет распродажа джинс. Вот они. И летние такие вот песочные хаки, и классического цвета синего денима с хорошей скидкой брюки. Пожалуйста, 800 рублей. Это боди. Красивый, яркий боди тоже. Праздничный, нарядный. А это платье. Платье всего 1000 рублей. Симпатичное. Друзья мои, на днях смотрела свои же видео летние с Яльчика. Ой, какое удовольствие испытала, прям не передать. Я вам сверху оставлю напоминалочку, если будет желание, посмотрите. Все-таки какое у нас чудесное озеро и какой там замечательный отдых на этом озере. Просто сказка. Мечтаю, мечтаю уже скорее, чтоб лето, и скорее поехать на Яльчик. И вот под последним видео у меня есть комментарии от Кристины Козловой.
Кристиночка, спасибо большое, что ты меня смотришь. Спасибо, что пишешь мне комментарии, ставишь лайки, поддерживаешь меня. Мне это очень-очень приятно. Я тебе передаю, Кристина, большой привет. И надеюсь, что летом мы с тобой увидимся на Яльчике. Кристина тоже, как и я, любитель нашего Яльчика, поклонница нашего Яльчика. Кристина, до скорой встречи на Яльчике. Друзья, обнимаю вас всех. Желаю вам всего самого-самого доброго. Надеюсь, что скоро увидимся. Пока-пока.